камеру. Слава Богу. Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу. И ни в ком другом нет спасения. Дамы, господа, братья, сестры, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Приветствую всех вас. Шаббат шалом, аминь. Да, благословляю всех вас. Уже завершается шаббат, завершается суббота. И вот такая вечерняя молитва в завершение субботнего дня. Начало уже первого дня недели, начало уже воскресного дня. Солнце уже садится, уже завершается. День субботний, да, слава Богу. И Вячеслав, да, тоже слава Богу. Приветствую всех. Алена здесь, Павел. Шалом, Вячеслав, шалом. Тоже молюсь за вас тоже, за супругу вашу, за дом ваш, Людмила. Да, слава Богу. Братья и сестры, шалом всем, мир всем и благодать да умножатся. Дамы и господа, братья и сестры, сегодня вечер субботы, завершение субботы. Вот, и молюсь этим вечером о воскресном служении, о завтрашнем служении. Кто в Киеве, друзья, то приезжайте на служение. Буду очень рад лично с вами увидеться. Я завтра буду здесь, в Киеве, не у нас в церкви на служение, а, значит, на служение у моих друзей в церкви Иисус Христос, путь истинной жизни. Вот я в самом названии, значит, в начале самом. Шалом, Евгения, шалом, Алексей, Татьяна, всех приветствую, кто подключается. Я в самом названии, здесь на странице, опубликовал адрес, время и как добраться от Контрактовой площади там. Если транспортом общественным ехать, то автобусом. На Рыбальском острове завтра я там проповедую в собрании церкви с таким очень серьезным и важным названием: «Иисус Христос. Путь, истина и жизнь». Аллилуйя. У нас уже вышел шаббат. Хорошей, благословенной недели. Да. Ну, да, у нас завершается шаббат. Так что, да, тоже шавуатов. Благословенной недели всем желаю тоже. Да, и завтра тоже выходной. И воскресенье, первый день недели. Здесь богослужение проходит разных церквей в Киеве. Вот, и завтра буду в одной из этих церквей проповедовать. Как раз сама тема проповеди, которую я тоже обозначил там в рекламе, которую выставил здесь на странице, тоже и в блоге своем, это «Воскресение и жизнь». Слова, которые записаны у евангелиста Иоанна. Иисус сказал это перед тем, как воскресил друга своего, Лазаря. Он сказал это Марфе, вот, и сказал, что он есть воскресение и жизнь. Марта слышала это, и она сказала: «Да, так, Господи, я верую». Она ответила, что верует. Знаете, друзья, действительно, он есть воскресение и жизнь. Я уже вот 16 лет живу этим откровением, этим словом, которое весной, да, 2003 года я получил от Господа как рему, как откровение. Как православный реформатор, обновленец, я, конечно, молюсь в первую очередь, конечно, за реформацию православной церкви, но и вообще восточной церкви православной, православия восточного как такового, но и вообще в целом за христианство. Потому что я не отделяю православие от всего тела Христова, от всего христианства. Вот, и на мой взгляд, православие, восточное христианство, православное в частности, да, вот христианство, является очень проблематичной частью тела Христа. Евгения замечательно начинает трудовую неделю, посвящая первый день служения Господу. Да, аминь. Я тоже к этому так же отношусь. Шаббат для меня — это время отрады, утешения, покоя с Господом, вот, и уединение чаще всего
а затем вот бываю в гостях в церквях или же вот у себя в церкви. Благословит, Людмила пишет, вас Господь, пусть истина Духом Святым говорит через вас. Аминь, аллилуйя. Спасибо большое, сестра, спасибо. Спасибо всем братьям, сестрам. Молитесь о реформации в православной церкви. На ютубе пишет Юлия Павленко. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу. Вот, и благословляю всех вас, братья, сестры, с берегов Днепра, с Киева. Благословляю всех вас. Читаю Слово Божье. И я эту, значит, вот с понедельника по пятницу преподавал, вот прошлую неделю, прошедшую неделю, преподавал, значит, здесь в школе в Киеве. Школа библейского христианского мировоззрения называется. Это молодежь с миссией. Такая известная очень такая организация, международная организация христианская. Молодежь с миссией. Вот, и очень понравилось мне, очень понравились братья и сестры, такие горящие, знаете ли, любовью к Господу, желающие трудиться, на самом деле, трудящиеся на ниве Божьей. Не просто деятели Царства Божьего, а делатели именно, делатели Царства Божьего. Молодцы. И после завершения занятий в пятницу у нас был обед и вопросы-ответы, общение. Шалом, шалом. Вот, и, значит, они подарили мне книги. Несколько книг подарили братья, сестры от школы. И одна из них, вот, мне как художнику прямо по сердцу. Вообще, я же художник, молюсь сейчас о мастерской. Мастерской Духа Святаго. Я даже не знаю, где она будет открыта. Либо здесь в Киеве, либо в Туле, либо в Питере. Я не знаю, но Бог усмотрит. Отзовитесь, кто, чье сердце будет открыто для этого, отзовитесь. Помещение нужно, довольно большое помещение, потому что эскизы, которые я делаю, это эскизы таких больших полотен, монументальных, многофигурных композиций, что подразумевает действительно довольно большие полотна, сравнительно большие полотна, ну, даже включая там фигуры в человеческий рост. Вот, и поэтому нужно помещение довольно просторное, большое, вот, светлое, и, ну, и Бог усмотрит все, конечно, Он уже усмотрел, просто молитесь, друзья, мастерская Духа Святаго. Ира тоже пишет шалом на Фейсбуке, аллилуйя. Да, друзья, за всех, кто здесь на Фейсбуке у меня в друзьях, там, значит, молюсь, благословляю вас и на этой странице, и на всех там других страницах. Вот, и отдельно молюсь, конечно, за свой особенный молитвенный список, я его называю, так называемый черный список. У меня в нем уже много имен довольно, и здесь на Фейсбуке, и на Ютубе, в других социальных сетях всяких там, и разные люди заходят, контрреформаторы, богохульники, там много-много всяких людей. Я прошу Бога, чтобы помиловал их Господь, и чтобы Господь действительно, ну, открыл глаза слепцам. Ну, я часто даже говорю, Господь, как Ты совершил в моей жизни чудо, спасение-то, соверши в жизни моих вот братьев, вот гонящих меня, традиционных, гонящих меня, да, православных священников. Вот, я часто молюсь примерно такими словами, что, Господи, говорю, вот как Ты вот мне, как православному священнослужителю, вот, открыл глаза и отвернул меня от многобожия, от идолопоклонства, от религиозного этого колдовства. Вот, и чем я занимаюсь-то, собственно, вот последние годы, это просветительской такой деятельностью, работой, служением таким Господу. Значит, провожу семинары, лекции провожу в школах, значит, преподаю, в церквях проповедую, очень разных конфессий. Наверное, всех существующих в мире конфессий я уже за этих 20 лет своей реформаторской своей деятельности я был уже, да, уже, наверное, во всех фактически. Вот, баптисты, пятидесятники, адвентисты, методисты, я не знаю, католики, православные, разных течений, разных, там, старокатолики, католики-харизматики, значит, да, значит, там всякие.
Вот, лютеране, кальвинисты, методисты, да, значит, даже у амишей в Пенсильвании был, даже у амишей, вот, это такие, как протестантские старобрядцы, вот, староверы такие протестантские, очень интересные братья. Вот, и бывал в разных очень конфессиях, разных деноминациях, даже самых таких закрытых, допустим, там, да, вот, нерегистрированных баптистов, нерегистрированных пятидесятников, там, значит, там, вот, и всяких таких старобряческих, таких староверских, старобряческих православных группах бывал, толках, как мы их называем, толки, вот, и часовенные, там, значит, там, да, другие, у поморцев бывал, то есть, как бы, за вот этих больше 20 лет своего служения реформаторского труда, как православный священнослужитель уже больше 30 лет несу служение Господу, вот, как православный священнослужитель. Но первые там почти 10 лет это были служения мои в традиционном православии. То есть я не был реформатором, был традиционалистом православным. Вот, но последние 20 лет, уже больше, чем 20 лет, я несу служение как именно реформатор, как именно обновленец. Вот, и очень Богу за это благодарен я. Вот, и где бы ни проповедовал я, где бы ни учил я, несу эту истину евангельскую, библейскую. И последних 16 лет все мое служение вертится вокруг этих слов, с которых я начал сегодняшнюю вот эту трансляцию из Евангелия от Иоанна, с 11 главы, значит, 25 стих. Уже, да, 16 лет я уже живу этим откровением, этим словом, этим посланием, которое стало тогда, в 2003 году, моей ремой. «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет». Вот этими словами живу я, этими словами движусь и существую этими словами последних 16 лет. Благодарен Богу Всемогущему за этих, да, больше 20 лет уже реформаторского труда, значит, и много врагов, и убить много раз хотели меня, значит, и все, и гонят братья мои православные традиционные священнослужители меня, но... Я благословляю, молюсь за них, и вот сегодняшний вечерний час тоже благословляю, молюсь. Вот Господь, да, благословит, как вот я делился в школе библейской вот в эти дни, как раз перед шаббатом тоже рассказывал тоже некоторые вещи. Вот я говорил, что очень важно для служителя христианского учиться благословлять своих вот гонителей, благословлять, молиться за врагов своих, благословлять, не проклинать, а благословлять. Вот, и тем, и чем глубже мы погружаемся в Господа, и Господь погружается в нас, тем более и более нужно вот действительно серьезнее подходить к этой молитве за врагов наших. Слава Богу, да помилует их Господь. Потому что когда мы погружаемся в Бога, а Господь погружается в нас, когда вот эта печать Духа Святаго на нас, когда «И познал Господь своих», написано, да, «и да отступит от неправды всякие исповедующими Господне». Вот эта печать Духа Святаго, когда Он познает нас, а мы познаем Его. Мы познаем Его, открываемся для Него, Он познает нас, открывается для нас больше и больше. Это богопознание, богочеловеческий процесс, человекобожеский процесс. В еврейской традиции нашей мы это называем как раз вот стихом, как бы... раскрываем стихом из Библии, из книги «Шир Гаширим», «Песни песней», где говорится: «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне, они ле доди, ве доди ли». «Я принадлежу всецело без остатка моему возлюбленному, возлюбленный мой, всецело без остатка принадлежит мне, мы одно целое». Аллилуйя. Кстати, даже сегодняшнее служение, сегодня я в вечерней трансляции тоже буду делать, да, значит, причастие, вот так вот здесь, хлебопреломление, приготовил чашу, у меня хлеб есть, хала, остатки халы, вот, и, значит, буду совершать причастие, евхаристию, вот, может, даже и в прямом эфире сделаю это, хотя обычно по вечерам я сам один-один с Господом совершаю это. Вот, но как бы ни совершалось в трансляции, или там тайно, или явно, аллилуйя. Слава Богу. Вот, благословляю вас, да, слава Богу. Здесь вопросы, здесь звучат какие.
Так, сейчас. Наверное, ответы, наверное, потом будут, наверное. У меня есть не получается. По техническим причинам, я не знаю, здесь... не смогу, наверное, сейчас сразу ответить. Не умею я, вот, потому что трансляцию веду с телефона и сразу набирать текст, и как бы, я не знаю, чтобы не прерывалась трансляция. Давайте на вопрос это потом я отвечу, хорошо? Значит, которые вот пришли здесь вот. То, что здесь в строке вот открыто публикуется, я все это вижу сразу, и все это видят, и я могу сразу отвечать. А то, что в личных сообщениях, я еще не научился так, чтобы так вот ловко отвечать сразу и так. Ладно, друзья, вот и возлюбленные братья и сестры, то откровение, которым живу, это именно слова Иисуса, я говорю, это слова Иисуса, «Я есть воскресение и жизнь». Вот, и братья и сестры, действительно, я и Отец одно, я и мой Бог, мы одно целое, Бог и я и Бог, это... Блаженное вот это вот проникновение друг во друга. Я проникаю в него, он проникает в меня. Он погружается в меня, я погружаюсь в него. И вот это и есть христианство, собственно. Христианство – это Христос. Христос – это христианство. Я так вот часто говорил и говорю. И Христос явил действительно Бога. И этот путь, именно богопознание, он есть путь истинной жизни. Вот именно процесс погружения в него – погружение Бога в нас. Это вот касательно там вопроса тоже написанного в сообщениях. Вот. Но постараюсь ответить и как бы тоже значит, текстом, может быть, наберу текст. Хорошо, дамы и господа, братья и сестры, привет всем с Киева, кто подключился сейчас на Facebook, здесь вот в трансляции или на YouTube, тоже WhatsApp, там тоже ссылочку сделал, все. Слава Богу, спасибо огромное всем, значит, кто подключился сейчас, кто смотрит. Благословляю всех вас во имя Господне. Привет всем с Киева, с нашей Киевской архиепископии. Завтра, в воскресенье утром, я проповедую в одной из дружественных церквей с таким названием, да, «Путь, истина и жизнь». Иисус Христос, путь, истина и жизнь. Вот, и... Но с сегодняшней вечерней трансляции, я почему подключился, так тоже вот у меня получилось и, значит, и на Facebook сразу, значит, и вот здесь вот на YouTube, на своем канале. Да, значит, не забудьте на канал YouTube подписаться, значит, и с вашим друзьям там порекомендуйте обязательно. Вот, особенно если это православные христиане, я думаю, это очень важно. Слава Богу, пусть Господь благословит вас всех. Вот, и по поводу причастия, завтра утром в 6 утра по киевскому времени подключайтесь, Тамара пишет, шаббат шалом, Тамара, шаббат шалом, шалом, всех благ, я слушаю, Марина, да, всем на берегах Невы, большой привет, северной столице, шалом, благословений Господних, надеюсь уже скоро быть уже в Питере. Я уже соскучился по Питеру, очень люблю Петербург, вот, и просто обожаю вообще. Это моя любовь, давняя любовь, я тогда еще Ленинградом назывался, когда, вот, как художник молодой, я влюбился просто в Ленинград. Вот, все выставки там, Эрмитаж, Русский музей, там и дневало, ночевало, одним словом. Вот, и надеюсь вновь побывать, как раз я очень хочу как раз и в Русском музее, и вот и в Эрмитаже хочу, ну, думаю, неделю или даже две недели просто никуда, а просто в Эрмитаже просто поработать. В каждом из залов, вот есть уже определенные залы, где хочется поработать очень долго, да, именно плодотворно. Добрый день, а вы к какой церкви относитесь, Лидия пишет, А, да, здесь, видимо, в трансляции подключаются люди, которые не знакомы. Вот, обычно те, кто в друзьях уже здесь, уже в социальных сетях, то уже знают меня. Вот, православный реформатор, обновленец. Вот, и, в общем-то, тружусь как православный евангелист, реформатор, обновленческий священнослужитель. Вот, и слава Богу. Благословений Господних вам. Вот, да, здесь тоже и пастор пишет из Самары.
Слава Богу, и трансляцию сразу делаю и на Ютубе, и здесь на Фейсбук. И тема трансляции, это тема завтрашней моей проповеди, собственно. Темой трансляции я беру слова из Евангелия от Иоанна, с которых я начал, собственно, как раз. «Воскресение и жизнь» называется. «Воскресение и жизнь». Вот так вот, дамы и господа, слава Богу. И Он действительно есть воскресение и жизнь наша. Воскресение и жизнь. Живу этим словом, вот, молюсь, исходя из этого слова, молюсь, отталкиваясь от этого слова, молюсь в этом слове, в этом ключе, как раз именно рассуждая о том, что Он есть воскресение и жизнь. И вот когда принимаю причастие, я часто совершаю хлебопреломление, причастие. Вот, кстати, кто подключился на Ютубе, кто подключился на Фейсбук, я предлагаю сегодня вечером тоже вместе, давайте вместе тогда совершим причастие. Я думал, может, после эфира, сам уже один на один с Господом, но давайте в эфире. Обычно я по утрам подключаюсь всегда с хлебопреломлением на Ютубе, на канале Ютуба. Мои фейсбучные друзья, кто с Фейсбука, на канал Ютуба подписывайтесь и в 6 утра по киевскому времени присоединяйтесь, хорошо? Окей? Присоединяйтесь в 6 утра по киевскому времени. И где-то полчаса, бывает час даже, ну как вот время позволяет, с 6 до 7 где-то так вот в этом промежутке, до полседьмого, до 7 по киевскому времени я провожу эту онлайн такую, да, вот эту трансляцию на канале Ютуба с хлебопреломлением, с причастием, с Евхаристией. Завтра как раз получается сразу после этого я еду на служение. Еще хочу утром записать некоторые видео как раз в Киеве. Значит, тоже молитву совершим там и на левом берегу здесь, и на правом берегу. Слава Богу. Вот, слава Богу. Пусть Господь благословит вас, братья, сестры, дамы, господа. Благословляю. И в хлебопреломление, причастие, налейте себе сока. Приготовьте себе сок. Если нет, просто воды. Я бывает, что причастие беру просто воды. Значит, беру хлебушка, сухарик какой-нибудь, там, значит, там хлебушек, не знаю. Вот, и совершаю причастие ржаной, там неважно какой. Не качество вина или хлеба является качеством причастия. Вот, а является именно наша вера. Во сколько будет эфир? Ира пишет, да, вопрос. В 6 утра ежедневно я провожу, вот пока здесь в Киеве, у себя в церкви здесь, то в 6 утра я провожу каждый раз по киевскому времени, вот, значит, трансляцию с утренней молитвы на Ютубе, на канале Ютуба. Архиепископ Сергей Журавлев, там найдите канал. А, ну, даже искать не надо. Это видеотрансляцию на Фейсбуке я как раз там написал название, как бы, или как называется это? Комментарий, да, значит, название. Вот, там есть и как раз адрес этого моего канала. Вот, в 6 утра. Вот, каждое утро, вот, когда имею такую возможность, вот, и, в общем-то, иногда в дороге или где, я вот на будущей неделе, в будущей неделе я еще в Киеве, а потом уже с 31-го, начиная марта, как раз в Украине будут выборы, кстати, да, с 31 марта, с воскресенья, и до 7 апреля, до воскресенья, получается, с воскресенья до воскресенья, я буду в городе Кривой Рог. Город Кривой Рог. Да, значит, и там буду у моих друзей. У пастора Валерия буду, значит, и буду у моих друзей. Церковь Дом Хлеба. Дом Хлеба. Это мои старые друзья. Вот, уже не раз служил там я. Вот, и Кривой Рог для меня это особенный город. Там я бывал многожды в разных конфессиях, в разных деноминациях. И сейчас тоже молюсь тоже о поездке об этой в Кривой Рог. Вот, так что, если вы в Кривом Роге, если, или будете там с 31 марта по 7 апреля, то наберите там, значит, меня как-то, значит, там адрес я постараюсь выставить тоже, значит, на канале, на Фейсбуке здесь тоже. О, это мой пастор, Людмила пишет, да, аллилуйя, аллилуйя, да,
Вот, и буду там, в Кривом Роге. Буду очень рад увидеться. Хорошо, но сейчас я в Киеве, вот, и, значит, и всю эту неделю, наступающую, уже наступившую, я буду в Киеве. Здесь у себя в церкви. Вот, и, значит, в 6 утра по киевскому времени подключайтесь на трансляцию с причастием, с хлебопреломлением. Вот. Но я думаю, что и в Кривом Роге, будучи, тоже в 6 утра я буду подключаться как раз, потому что там интернет есть тоже, ну, как бы я вот, обычно поселяют меня там где-то на квартире, вот, там и интернет, и все есть, и поэтому я буду выходить тоже в эфир. Шалом, Николай пишет, аллилуйя. А сейчас приготовьте тоже вот, налейте себе сок, налейте себе, Людмила пишет, я живу в Израиле, ну, далековато, да, от Кривого Рога, но ничего. Привет Святой Земле, привет Израилю, шалом, шавуатов, хорошей недели вам в Израиле и нам здесь, в Украине, в Киеве. Вот, у меня здесь есть остатки халы шабатней, вот, и сок виноградный, и я буду плод виноградной лозы и хлеб, благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Буду совершать причастие сейчас, хлебопреломление. Приготовьте себе тоже хлеба, вот, совершим причастие, давайте вместе. Я очень люблю совершать причастие вместе с верующими разных конфессий, разных деноминаций. Аллилуйя! Вот, и вместе давайте порассуждаем о теле и крови Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Потому что в причастии самое главное, самое основное, вот, это не качество хлеба или вина, а качество нашего рассуждения, нашей веры, качество нашей веры, качество нашего рассуждения о теле крови Господа Иисуса. И вот сегодняшний эфир, я напоминаю, кто подключился, я называю так же, вот, как и завтрашнюю проповедь мою с утра, «Воскресение и жизнь». Именно вот с этой темы, именно это будет название проповеди завтра в церкви «Иисус Христос. Путь, истина и жизнь». Вот, и понимаете, друзья, рассуждение о теле крови Иисуса, благочестивое рассуждение, это рассуждение о том, что действительно благодатью Божьей я спасен через веру в Господа моего Иисуса Христа. Я спасен через Иисуса Христа, Господа моего, Спасителя моего, брата моего, друга моего, Целителя моего, Освободителя моего. И подлинно я исповедую тот же символ веры, что и 2000 лет назад наши старшие братья провозглашали то же самое исповедание веры. Я говорю, что и апостолы тогда провозглашали, в книге Деяний записано, ибо нет другого имени под небом, они говорили, и это говорю сегодня. И я также, и все мы, все верующие, все возрожденные свыше христиане, это говорим. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Братья и сестры, нет другого имени, которым бы я мог бы спастись, которым я спасен, которым спасаюсь. Слава Иисусу Христу. Аминь. Ранами Его я исцелилась, Людмила пишет. Аминь. Да, сестра, да, так и есть. Вот, и кто на Фейсбуке, значит, и кто на Ютубе, братья, сестры, хочу сказать сейчас всем, кто подключился, подключается, что рассуждение о теле крови Христа должно быть полное, должно быть не частичное, что да, я спасен через кровь Иисуса Христа, но также и исцелен через кровь Иисуса Христа, потому что ранами Его я исцелился, ранами Иисуса Христа. Воскресение и жизнь Его через кровь Господа Иисуса Христа приходят в нашу жизнь, пришли в нас,
Слава Богу! Аллилуйя! Благословен Бог наш, Царь Вселенной! Благословен Бог наш всегда, ныне и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю, Дух Истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе! Аллилуйя! 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 Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Царь всей Вселенной! Спасибо Тебе, спасибо, спасибо! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе! Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, ныне всегда, во веки веков. Аминь. Благословен Господь Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб из земли, давший нам хлеб наш насущный, земной, и давший нам хлеб жизни с небес, Иисуса Христа праведника, давший нам воскресение и жизнь, Иисуса Христа, Агнца Своего, отдав на крест, на Голгофу, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, за спасение Твое. Аминь. Благословен Бог наш, Царь Вселенной всей, давший нам плод виноградной лозы, давший нам виноградарь великий, великую лозу Иисуса Христа, а мы веточки на этой лозе. Боже всемогущий, благодарю Тебя. Аминь, аминь, аминь. Здесь вопросы тоже. Я как начал молиться, здесь прислали тоже как раз по поводу причастия, как раз вот именно, да, слава Богу. И завтра как раз по поводу служения тоже. Аллилуйя. Вот пастор Алексей пишет тоже, значит, по поводу РосХВЕ там в России, союз, один из союзов таких больших протестантских церквей. Вот. Сейчас я напишу ему. Так, в эфире, вот. Что сейчас в эфире. Как раз, собственно, пастор Алексей прислал сейчас там ссылочки какие. Вот, даже там меня в грехах обвиняют. Вот, напоминают о грехах разных людей, так интересно. Вот, но я благодарю Бога за прощение. Благодарю Бога, какие не были бы грехи, какие не были бы проблемы в жизни человека. Я знаю, что есть выход.
это Спаситель мой, Господь Иисус Христос. И я указываю людям на этот исход, на этот выход для каждого человека. Пастор Алексей, если вы сейчас подсоединились уже, присоединились к трансляции, я написал сейчас как раз, что я в эфире сейчас, в прямом эфире. Вот, вы, наверное, не обратили внимания, что у меня там уже эфир начался. Но по поводу грехов, там, по поводу там как раз ссылочка такая пришла, как раз. Какие не были бы грехи тяжкие у человека, у меня, там, у кого-то еще, у любого человека. Все грехи наши взяты на Голгофский крест, действительно, и прощены. Вот это акт прощения через кровь Господа нашего Иисуса Христа, Его ломимое тело. Вот, и принимая причастие и Евхаристию, мы должны веровать, обязательно веровать в то, что спасены мы кровью Иисуса Христа. То есть Бог простил всего человека, то, что было, то, что есть, то, что будет, полностью омыл нас от грехов наших кровью Своею святой. Вот, и без этого действительно причастие, ну, оно не имеет смысла никакого. Рассуждение о теле крови Христа, именно это рассуждение спасительно. Даже если, к примеру, у вас, к примеру, даже кто-то из вот, кто онлайн сейчас в эфире прямом, не можете себя простить, к примеру, да? Вот, значит, и занимайтесь самоедством. Или, допустим, симптом болезни. Вот здесь тоже вопрос тоже как раз был. Вот здесь. Можно даже зачитать, наверное. Так. Так, ладно. Не получится сейчас зачитывать мне. Вот. И, друзья, братья, сестры, вот совершая причастие, отломите себе хлеба немного. Я вот, у меня хала, шабатня хала, остатки ее, и я беру немного хлеба. И, знаете, для меня это не просто хлеб. Хлеб, это хлеб, да, но я говорю, что это тело Христа. Каждый раз, когда ем, смерть Господню возвещаю, провозглашаю, вспоминаю о том, что дорогой ценой искуплен я. Дорогой ценой, величайшей ценой, кровью Сына Божьего искуплен. И для меня это действительно святыня. Величайшая святыня. Спасибо Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот, и Людмила пишет в Кривом Роге, да, сестра Галина, да, у ней начались руки трястись, ставят диагноз Паркинсона. Прошу вас помолиться за нее, будьте в Кривом Роге. Да, аминь, аминь, аминь. Аминь. Иисус отменил все диагнозы, забрал ее немощи на крест. Аминь. Аминь. И я провозглашаю это в каждом причастии. Я говорю об этом, провозглашаю, что кровью Иисуса Христа, телом ломимым Его, я спасен. Я исцелен, благословлен всеми благословениями небес через моего Спасителя, Господа моего. И в моем Господе, Спасителе Иисусе Христе, моя жизнь вечная, бесконечная, счастливая, пресчастливая. Спасибо Ему за все. Спасибо Господу. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю.
Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю. И за все благодарю. За жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю, за все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. И за все благодарю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. За жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Иегова, Творец неба и земли. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, брат мой, друг мой, Царь мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты мой герой, Утешитель мой, Ты всегда со мной. За все я благодарю, я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю. И за все благодарю. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертия вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Во исцеление души и телу, в здравии и спасении. Аллилуйя. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь, слава Тебе! Благодарю Тебя за Твою великую любовь. Благодарю Тебя за спасение, за жизнь вечную. Благодарю Тебя за исцеление, освобождение. Спасены мы единократным приношением тела Иисуса Христа на Голгофе, на кресте. Кровью Агнца Божьего спасены.
милостью Бога. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя за завершившийся субботний день, за этот вечер, начало нового дня, первого дня недели, первого дня творения, воспоминания того, как Дух Твой, Божий Дух, носился над водою. Благодарю Тебя, Господь, за этот день воскресный, начало его, этот вечер. Благослови, Господь, на сон грядущий. Благослови, Господь, завтра утром в служении, здесь, в Киеве, в церкви Иисус Христос, путь, истина и жизнь. И благослови все служения народа Твоего, Боже, по всему лицу земли, во всех странах, континентах. Слава Тебе, Господь. Всех любящих Тебя и Тебя боящихся. Благословляю всех вас, братья, сестры. Благословляю благословением священническим, благословением Аароновым во имя Господа нашего, сладчайшего Искупителя нашего, Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог Авраама, Исаака, Якова, Отец наш, сущий на небесах, да святятся имя Твое, и да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и силы и слава во веки веков. Аминь. Спасибо Тебе, Господь, за все, за этот добрый вечер. Спасибо Тебе, Господь, за ночь предстоящую. Спасибо Тебе, Господь, Боже, так сказано в Слове Твоем, и был вечер, и было утро, день первый. Спасибо Тебе за этот день первый, начало трудовой недели нашей. Боже, спасибо Тебе за этот день. В русском языке это красиво называемым воскресение. Спасибо Тебе, Господь. И подлинно сила воскресшего Христа, сила воскресения Христова в нас, верующих, действует. Аминь, аминь, аминь. Благословляю всех вас, братики, сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего папочки, нашего Аввы. Благословляю всех вас во имя Господне из города Киева, с берегов Днепра, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам и благодать да умножится. Вот, напоминаю, что завтра я здесь в Киеве проповедую в церкви Иисус Христос, путь, истины и жизнь. Адрес наверху указан. Вот, 31-го, через, получается, воскресенье, да, 31-го и 7-го, 31 марта и 7 апреля я проповедую в городе Кривой Рог. А затем снова здесь у нас в Киеве, в нашей Киевской архиепископии буду. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. До встречи. Хорошей недели, шавуотов. Благословляю всех вас во имя Господне. Благодарю Тебя.